Ну, комментарий один. Автомашина легковая заехала, это значит, пробив ворота, заехала на территорию посольства на расстоянии примерно 40-50 метров, и сам подрыв там был. Террорист-смертник. Сейчас, в принципе, есть 3 человека легко раненых, которые доставлены в больницу. Сейчас на месте работает следственно-оперативная бригада по установлению личности, автомашины и других подробностей. Я ушел в Ельчиликтен, Хорвонна, Баяхандай. Смертник машинасымен дарбазаны талкалап кирип, өзүн-өзүн жардырган. Азыркы мезгилде машинасы дагы, өзү дагы дайынсыз жардырган да өзүнүчү. Элчиликтин кызматкерлеринен 3 киши жеңил жарат алган, азыр больницага жиберилген. Азыркы мезгилде жеринде эксперттер, тергөө топтору иштеп атат. Эми жаңылыктар эми чыгат. Меры безопасности будут усилены в связи с произошедшим? Азыр эми аныч эрте. Ким тарабынан ким кылды? Киши каза болгон жок. 3 киши жеңил жарат алган. Жангечте өлдү өзү. Республики меры безопасности будут усилены в связи с терактом? Обязательно. А это пострадавшие, это работники посольства, да? Пострадавшие работники посольства. А что за автомобиль был? Марки? Автомобиль марки. Делика. Легковая автомашина. Митсубиси Делика. Да. А как машина проникла? Взломав ворота. То есть он протаранил ворота? Протаранил, да. Внутри прям, вы говорите, она заехала туда? Он протаранил ворота, заехал примерно на 40-50 метров, и там произошел сам подрыв. А посол в это время где находился? Здесь, да? Об этом я не знаю. Спасибо. Сейчас все хорошо, да, послом? Нормально. Насколько нам известно, с послом все нормально. Есть 3 легко раненых человека, это работники посольства. Это охранники или... Я не разбирался, кто это. Я больше по следственной линии работал сейчас. Спасибо.